Воровал велосипеды, чтобы покрыть долги. Череповецкие оперативники задержали серийного похитителя двуколесного транспорта. В полицию заявил житель одного из домов в Заречье. У него украли велосипед. Сумма ущерба составила 14,5 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого преступника. В ходе расследования полицейские установили причастность мужчины к еще одной краже велосипеда. Он также похитил транспорт в подъезде. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Как рассказал 27-летний череповчанин, на преступление пошел из-за долгов, имущество изъяли и вернули владельцам. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной пожара в Великом Устюге. Как сообщает МЧС, происшествие произошло в 17 часов 53 минуты в гаражном боксе на улице Транспортной. Площадь пожара 1 квадратный метр. Повреждена внутренняя отделка. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Строение полностью уничтожено огнем. Таковы последствия пожара, который произошел в деревне Уломского сельского поселения. Накануне в 12:28 дня там загорелась деревянная хозпостройка. Площадь пожара 15 квадратных метров, строение уничтожено. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Сотрудники Росгвардии провели полевой выход. Бойцы отрабатывали навыки. В частности, провели тактико-специальное занятие по освобождению заложников и нейтрализации вооруженных преступников, которые, по легенде, передвигались на автобусе. В ходе занятий росгвардейцы отработали различные способы остановки автобуса, способы проникновения в салон, действия сотрудников штурмовых групп по нейтрализации вооруженных преступников и освобождению заложников.